Салям алейкум, кардеш. Ребята, вы на канале Рамер Про. И сегодня мы с вами будем играть там, где один детеныш, граффити на поездах рисует, а потом от полицейского убегает, а рядом с толстяком полицейским собака. Такой тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Короче, вы поняли. Камера же записывает, да. А почему и нет? Пусть записывает нормально. Чики-бамбуни, это бамбуни. Ляхмаля, да-да-да-да-да. А-ту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 . И сегодня, ребята, я буду полицейским. Нет, я буду лучше убегать. Ну, ребята, это просто потом беда. Нам надо обязательно выключить. Конечно, ребята. Сейчас у нас, ребята, будет небольшая битва. Ну, ждите. Так, камера записывает. Ну да. На самом деле очень сильно боюсь зомби, но это... Я все выиграл! Я выиграл! Ну все, я выиграл! Получай по заднице, соплята шоколадная. Вау! Вот это мы говно тупое убираем, а вот это все мое. Ну да мы и тоже уберем, можно ввалить отсюда. Только мы сейчас с вами делаем дынь. Ну, сначала креативку. Тогда гагаем. Быстренько. Га. Бля-бля-бля. Так, пишем мы тут бля-бля-бля-бля-бля. Бля-бля-бля и один. Короче, вы все поняли. Вот само вот это говно убираем. И... Ну и все. Ну все. Выиграли. Это теперь наша. Ну, с вами я был. С вами меня зовут Рамир. Ну, ребята, если что, я вам хочу сейчас сказать. Я уже поменял название своего канала. Мой теперь называется канал не Рамир Про, а поинтересней. Вот так. Вот мой канал называется вот так. Кабан из пирога. Смешно, ну понял, да? Сейчас мы бабахаем хату. Если вы вам сильно интересно как-то посмотреть, как я строю, как я сейчас буду строить, то смотрите. Я не буду говорить пока-пока, тока-тока, ляхма-ляхма-джум, ляхма-ляхма-джум, ляхма-джум. Так что, я же ведь... Ту-дун,
тун 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 тун. Ребята, ладно, буду я там вам говорить пока-пока. Ну, извините, придется говорить мне пока-пока, пока-пока, пока-пока. Ну, извините, пожалуйста, придется. Ну, с вами я был, Арамир Про, и всем... Ну, лучше совсем немножко. Так, крышу уже я... Дострою потом. Просто сначала сниму. Хотя лучше и тоже стену тут делаю еще. И золото у меня будет. Конечно же, ну, крыша. А пол будет, ну, из вот этих... Как вам сказать? Как он? Нет. Ладно. Ну тогда. Это есть у меня идея. О, вот такой вот. Это вообще выглядит как у бомжей, небогатая. Ну да ладно. Ребята, в следующем видео, ребята, я вам покажу 5 способов сделать пранки над жизнью, над всей деревней, ну не только над всей деревней, то вся ваша деревня позорилась этими пранками. Еще и для друзей. Ведь ваши друзья мои, если будете играть мы навсегда уже не по сети, то тогда вы их можете там забанить. Лучше не бодить, чем пранковать. Чтобы вы увидели, как это смешно. Двери. До конца там. Я шелк. Другое дело. Это избудь. Нормально. Красоту же та-та. Ёлки-палки та-та-та. Ну че я как? Давай. О, идея. О, у меня есть идея, очень сложно.
Это очень слово похоже на моя надея. Мне ну, такой урок часто есть. Такой у меня и урок. Иногда есть на ноутбуке в Канаде. Я же говорю, в Канаде там ноутбуками еще пользуются. А я так подумал. Ну, ребята, придите, я уберу это все говно. Если, ребята, вы обожаете просто навсегда в жизни эти бочки, то ж вам их жалко говорить, бочки говно, ребята. Ну, то там, ребята, вы не обижайтесь, что я говорю так, хорошо? Делаю как Роман Компота. Вот так. Вот так сделаем. Какой из золота? Золота у нас обязательно должно быть очень мало. Не, мы же ведь не нубики, а профессионалы. Профессионалы алмазы любят больше всего. Поэтому, но все равно. I'm a Pac-Man, skipper, top, top, top. Освещение, куда без него? Без него никуда. Ребята, знаете, что я буду? Так, мальчики, беру топ-топ. Дождичек, это я тебя зову. Вот такой я сейчас тебе. Вот это баба. И компик мы сейчас делаем без модов. Что тут такого? Просто компик. Делаю без модов. Что тут такого? Ничего тут ничего удивительного. Вот даже нету. Вот берем. Сейчас мы выходим, ребята, подведите. И мы это говно железное. I'm Pac-Man, skibidr, top-top-top. Top-top-top, skibidr, top-top-top. Ребята, ну ладно, с вами я был Рамир, и вы были на канале Кабаны с пирога, и всем пока-пока!